Так, привет, народ, это Альвинес, это Диван Джонери, продолжаем. В прошлый раз я вот тут накосячил, посмотрел гайды, и оказывается, я вот тут вот шиноэкспорта эссенции поставил, а вообще мне она нужна, вот это вот интерфейс VisReLE. Так, для его создания нам надо интерфейс VisReLE. Так, у нас его нет. Интерфейс VisReLE. Это что такое? Ага. PNP Tunnel. Ясно. Это что у нас такое за штуку? Кристалл. Блин, опять английский. Кристалл. Ага, мне этих надо три штуки. Ну, давай, делайся. По идее, они должны быстро получиться. Так, что-то нет еще, не готово. Так, когда там сготовись, то два. Все, сделал. Так, теперь мы можем сделать реле. Вот это. Новое достижение. И вот это вот. Ага, палочки я все скинул. Какую-то курточку. Вот он, алхимический жезл. Ну, естественно, переодеваемся. Так. 1,9. Ну да, так дешевле. Так. Берем палочку. Так, тебя мы спиваем. Да ядрит ты за мощная штука. Где магический интерфейс? Чпок. Так, теперь мне надо VisReLE сюды. И на тебя вот это. Ага, и как-то там карты камень. Загружен. Вот. Теперь у меня... блин, я так не проверю. Надо что-то с... Вау. А. Ну да. Все выпало из него, да? Говоришь. Все, что... Вот. Теперь у меня загружена, и она должна как бы работать так. Как они у нас называются? Жезл. Давайте найдемте жезл, который разряжен. 24. Ну, вот этот. Ага, вот, все, оно заработало. Оно теперь начинает поставлять сюда энергию. Это good, good. Так, и судя по цвету вот этих каналов, это разные каналы можно делать. Только насчет вот этих вот каналов не очень понял. Так, Толик, я так подумал, давай я тебя немножко по-другому поставлю. А то слишком как-то с тобой все сложно. Так, тут напрямую. Вот так во. Ну, так может даже и лучше. Лучше так, земля. Земля, земля, я Юпитер, не спите. Надеюсь, еще помните такую песенку. Так, вы не спите, я не спите. Так, это у нас тоже заряжаться будет. Так, теперь, значит, это не надо. Пока что не надо, не надо. Это мы кладем сюдысь. Так, и что-то мне... Так, ну тут работает, да? С этим мы справились. Теперь переодеваемся. Да, вот эта засветка нам не очень мне нравится, но ничего не сделаешь. Так, по заданиям. Что-то я хотел еще сделать. Рецепт. Что-то вот тут. Вот эти вот штуки. Так, обелиск, рецепт. Вот эту штуку,
как я помню, типа я должен был делать это таким способом. Уголь. Если я пережигаю уголь призрачного дерева. Так, уголь. Ну, давайте проверим. По идее, как мне сказали, это не работает. Но попытка не пытка. Так, у нас есть это уголь. Кладем. Концептуально не работает. Рецепт. Уголь, рамка, глиняный кувшин, вонючий дым. Это у нас должно получиться. Одно. И она нифига не работает. Так, рецепт. Мне это, кстати, подсказал рецепт. Рецепт. Это у нас натура. Хорошо. На тут что я пишу? Так, натура. Ага. Не так, видно, все делает. Ищем мат натура. Саженец, рецепт. Саженец плавкового дерева, кинутый сюда, получаем плавковое, мы можем получить из этого. Ну, у меня плавковое вроде бы было. Где он? Значит, не так. Саженец плавкового дерева. Оно же вроде бы у меня было. Так и оно у меня было. Так, саженец темного дерева. Ну, тоже должен быть. Саженец гавайи, цветная. Что, издеваетесь? Хотите сказать, у меня ничего похожего нету? А если на английском sapling? Апалачи есть, сумеречной сосны. Ну, блин, вроде же были. 12, 19, 5. 12, 19, 5. Нет. Ну, в принципе, подождите, где-то же у меня что-то такое росло или не росло? Нет, это у меня не росло. Ну, ладно, отправляемся в ад. Блин, я же плавковое дерево собирал. Отлично помню. Ну, ладно, лишний раз будет. Кто где там был? Что-то знакомое. Вью. О, где-то орёт. Гномик, ты где? Ну, тут сколько у тебя жителей? Тут что ли этот? Но он вообще-то не злой. Так, еще ниже. Йод. Там. Вот там кто-то носится. Ну, носишься так носишься, черт с тобой, я тут на тебя 100 лет тратить не хочу. Мы телепортируемся в ад. Так, бегим пока тут, друзья, товарищи. Так, меня интересуют вот такие вот
штуки. Ага, эти штуки меня интересуют. Ага, топорик из бедроки. Эй, не вниз, а вверх. Так, у нас тут топор. Прогресс 2. Что-то мне не очень нравится, как он добывает. О, терротопор никогда меня не подводил. Ай! Мне вообще-то один саженец нужен был. Редстоун, да, кстати, кто играет в аду, не забудьте, вот так вот можно получить редстоун. Так, итого 10 саженцев. Так, давайте еще соберем, только для этого надо магнит включить. А то без магнита как-то оно не совсем хорошо. Так, магнитус, обыкновенус. Так. Ух ты, как вас тут много. Так, давай все собираю. Вот это вот нужное, ненужное. Так, что-нибудь вам тут перепало, ребят? А, это что там они фармятся. Вот он. Из-за чего. Так, еще что-нибудь поищем. Вот черное дерево. У него, судя по всему, вообще ничего нет. Ага, так, вот этого появилось. Да, саженец такого. Что еще? Плавковое дерево. Плавковое. Нет, это не плавковое. Так, этого, ну, думаю, хватит. Остальное мы сможем переобразовать, что ли. Эти мне не нады. О, заяц! Когда ты тебя ищешь, хрен найдешь. Так, где плавковое дерево? Ладно, как говорил один знаменитый человек, и так сойдет. Так, йод портал. Давайте портал, конечно. В принципе, разница. Даже так удобнее, наверное, будет. А то там всякие... Где появился? Ух ты, надо же, я дома появился. Йод. Воме. Так. 45. Так, если я нажму usage, то мы можем получить вот такую вот поглотить биомов. Древний прах. И саженец плавкового дерева. Это значит, мне надо кинуть вот сюда. Саженцы плавкого и саженцы призрачного. Призрачное дерево у нас садится на этот самый. Так, вот оно в чем дело. У меня, наверное, сюда... Кто там? Откуда ты взялся-то? У меня когда тут я скидывал саженцы, у меня, наверное, понаскидывал тех, которых меньше всего было. И так они у меня пропали. Так это не надо на данный момент. Эти можно скинуть. Это тоже. Этот не нужен как бы. Так, палочки на данный момент мне не надо. Талмуд не нужен. Тебя сюда, тебя сюда. Тебя тоже сюда. А ты часом не сломан, спешка. Фиг его знает. Так, саженцы. И мне надо адский камень. Вот, 7 адского камня. А, кстати, ты тогда мне нужен. Так,
Саженцев 5. Так, раз, два, три, четыре, ну и пять. Ой. Три, четыре, пять. Так, вышел Альвинос погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, берем дальше мою любимую сигилу. Давай, расти, штука. Не, ты так не хочешь? Расти, штука, а. Алло. Не, ну так она не реагирует. Не реагирует. Так. Это... Домой, домой. Тебя, значит... Не оправдала надежды домой. Так, тут моя тянет, все тянет. Так, мука. Так, вот костная мука. Надеюсь, она даст нам вырастить. Конечно, может, был в воду. Давай, расти твою налево. Да чтоб вас. Хотите сказать, мне вас ждать надо, да? А чё мы не растем? Натура, блок сапни. Ну ладно. Придется ждать. Так. Рецепт. Что нам надо будет? Конденсатор восьмислойный. Двухслойный редстоун сид. По-моему, редстоун у меня есть. Что для тебя еще понадобится? Тебя как-то там резать надо будет, что-то делать, жарить. Ой, парить, жарить. Колючая лоза. Тоже натура. Ну, колючая лоза. Колючки лоза. Лоза это у нас есть, так что мы ее будем растить. Лоза. Вот она. Колючие лозы. Лозы колючие. С какой стороны тут ее можно было бы неплохо так посадить, чтобы она не мешала. Давайте вот сзади здания. Тут вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Дальше. Вот тут я редко бываю. Поэтому тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пускай она распространяется. Так, а те деревья растут, не растут. Они часом, блям, не на этом, не на песке души растут, а? Не в зону действия. Так ты только что тут работала. Душ. Песок душ. Давайте посмотрим, может она вдруг, ну вот, а вот вдруг. Ни в какую расти не хотят. Вот будет байер, если они вообще такой в аду растут, в Сапингейте. Так, на это он садится, это уже хорошо. Что я хотел? Мука. Это прям не мука, это мука. Так, ну, тут расти будешь. Так, тогда еще следующее. Идемте в ад. Может, он только в аду растет. Ну, может, в аду быстрее, точнее, растет. Не так, вот так. Ну, я там топешусь. Да, кстати, как этот мой качалкин работает? Он все еще качает, это хорошо. Так, где тут? Где отсюда штука? Так, садим шаженец. Давай, расти, штука.
То есть тебе по барабану любая. Ты когда заходишь, тогда вырастешь. Вот же гадство какое. Фокусник был пьян, фокус не удался. Где он там качает? Судя по всему, тут лаву качает. Ну, иногда не срабатывает. Свинтусы, вы... Вас тут сейчас у нас соберется. Свинтусы, мне тут, понимаешь, не очень сильно мешают. Я так понимаю. Надо будет тут, наверное, заборчик устроить, чтобы они мне моих вот этих вот иссушителей не агрили. Тут летают тут всякие... О, а то мне сейчас тут... А чё тут вот не собираешь лаву? Ура! За родину. Всё, уменьшилось ваш. Во всяком случае, моя система работает. Окей. Ты сдох, сдох. Идем домой. Ну что, будем ждать, пока там появится этот, вырастет этот саженец. Там меня домой тетепещет. Ура. А, выпустите меня отсюда. Так. Ну что, будем ждать, пока вот эта вот вся хренотень вырастет. Хотя, может, чего-то не знаю. Есть еще одно интересное мнение. Так, если взять лейку. Где моя лейка? Что такое не растет и как с ним бороться? Вот этого я не знаю. Так, это не надо. Блин. Всякой ерези понасобирал. О, лейка. Тут же должно было быть. Значит, она не тут. Лейка. Лейка. Если тобой попробовать. Ну и где ты? Ага, значит, не так называется. Модификация. Экстраутилитес. Это... Экстрем реактор, крафт, боблес, где она, экстраутилитес, а в экстраутилитес, лейка, как она, ну, он на английском, так, лейка, так и называется, лейка пустая, укрепленная, ну, лей, блин, е, не могу набрать, лейка, или я не вижу, или ее тут нету. Я, наверное, не вижу. Значит, она тут. Надеюсь. Тут ее нету. А тут... Куда я ее впихнул-то, а? Кто мне скажет? Тут нету. Она всегда тут лежала. Ну, ладно. Они когда-нибудь, наверное, здесь вырастут, то штуки. Так, чем я могу еще заняться? Ух ты, сколько ж у вас, а где эти мои? Так, ты Том Крафтовский, ты за еду этот, а ты шутишь. Геноцид тут будет сейчас за кадром, так. Ладно. У меня нету идей, чем заняться, пока вот эти штуки не вырастут. Когда они вырастут, я без понятия. Есть еще, конечно, в Том Крафте такая маленькая вещь, как
специальная кирка роста, куда я сунул свой талмуд. Так, кирка роста, говоришь, изобретение. Мотыга роста будет обрабатывать область. Да, в принципе, не так сложно. Так, там мотыга. Мотыга нету. Так, ну давайте попробуем, ну а чё? Так, это у нас Таумкрафт, мотыга роста. Ну, хотя для начала просто мотыгу сделаем, да? Нет, и не то, мотыга. Есть. Мотыга роста. Кристалл порядка, кристалл энтропии, дерево и... Так, алмазы. Так, один алмаз. Дерево. Древесина великого дерева. Кристалл энтропии и кристалл порядка. Так, итого. Так, это мы кладем... Не, не это. Вот это мы сюда. Это сюда. Это, допустим, сюда. Это сюда. Так, все выложил. Так, теперь смотрим, что у нас пое. Так, мета 8, листочек земля. Мета земля есть, листочек есть. У меня не хватает мета. Ой. Здравствуйте. Кто еще тут? Что-то шевелится. Блин. Ну ладно, идем помоемся, то меня это достанет. Забыл помыться, и меня сейчас они будут атаковать. Сол. Вот. Защита от искажения сработала. Так, а что у меня по искажению-то? Может, у меня там совсем рога полные? А где эта штука? Опять куда-то кинул, как всегда. Не вижу ее. Ладно, черт с ней. Так, мне надо мету. Это мне надо мету. Так, 8 штук. Юзыч. Ну, кто бы сомневался. Или 4. 4 алмазных мотыги. Мотыги. 4, да? Раз, два. Ай, давайте все сожгем. Штуки работают. Так, тут что-то я много жёг. Так, на эти мотыги. А, я ж мотыгу забыл положить, да? Так, и поскольку это Томкрафт, то надо переодеться. Вот, теперь я вижу, сколько мне мета 8 надо. Это не то, не то. Где там метод кидаешь? Так, куда там понес? Где? Чувак, куда? Так, народ, у меня что-то Майнкрафт вылетел. Я таки сделал вот эту вот штуку. И вот там что-то у меня жужжит.
как будто щит срабатывает, и этот звук у меня что-то вот делает вылет. В общем, на это, как видите, не влияет. Он не растит. Но благодаря тому, что есть восстановление 2, он восстанавливается. И я могу, но зато я с помощью его, по-моему, могу растить вот это дерево. Да, вот оно, видите, очень быстро вырастает. И поэтому, раз оно вырастает, я думаю, наверное, в этом месте надо посадить еще два. Вот. Один. И, допустим, тут цвай. Нет. Вот. Два дерева выросло. Так, теперь посмотрим, есть ли в этих деревьях так, какие-нибудь ноды полезные нам. Так, это бездушное. Души нету. И это тоже бездушное. А это... О, это вот у нас с нодой чистой. Значит, в этом месте все будет чиститься. Но вот на это ничего не влияет. Подождите, а тут тверк. Тверка тут нет, да? Тверка нету. Дальше можем попробовать, допустим, проверить вот данное дерево, да? Интересно, на него оно влияет? Так, это мы, значит, садить можем. Вот это я все посажу. Ага, на натуру это не влияет. Давайте посмотрим натуру. Защита от искажения. Натура. Натура. Может, у нее что-то свое есть, нечаянно, но вот вдруг такая... У нее есть обелиск. Ну, блин, как их вот растить? А? Кто сказал? Так, подождите, это не то, не то. Мешочек с семенами, может... Нижний мир. Подождите, вроде же был мешочек с костной мукой. Если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Так. То у нас был мешочек с костной мукой. А, это бак. Да, он так и все еще срабатывает. Обмениваемся. Так, мука. Мука костная, так, юзач. Это отбеливатель, да, вот, мешочек костной муки. Так, только не сюда, может, вот эта штука срабатывает. Я то хз, честно сказать, 63 штуки. Так, вас обратно в сеть. Ну, давайте посмотрим, может, эта штука, так. Давай, работай ты, штука. Так она работать не хочет. О, тут работает. А это как вырастить? А может, я у остолоп не так собрал? Может, она 4 на 4 растет? Ну, мало ли. Давайте проверим уж все. Я вот без понятия, как его растить. Так. Два, три, четыре. Тын-тын-тын. Но вдруг ему 4 на 4 садить надо. Это, имею в виду 2 на 2. Так, саженец. Так. Танец. Да ты и на землю садись. Да ты издеваешься. Давай, расти, родной, ну. Что тебе не хватает, а? Не так ты не растешь, не так. Как тебя посадить? Так, ты же говоришь, что вроде прям на земле растешь, да? А если на земле тебя... О! Да ладно! Да вы шутите! Что, серьезно?
Ты же адское растение. Почему ты растешь просто на земле? Я ж откуда мог знать-то, ё-моё. Оказывается. Ладно. Сейчас. Так. Это уже все меняет. Так. Не в радиусе действия, блин. Мне надо магнит. Давайте сюда все дети мои посаженные. Так, слушай, штука, ты мне можешь все испортить. Так что, до свидания. Так, а тебе что не нравится, красавица? Хорошо. Все хорошо. А, я думал, такое дерево, типа стебель. Думаю, нифига себе, откуда это взялось. Так, и сколько я получил саженцев? 61. Ну, я так полагаю, что мне это понадобится. Так что давайте тут рощу посадим. И я потом с этим разберусь. Так, вряд ли я сегодня, конечно, успею сделать то, что я хотел, тогда получается. Так, тебя отключаем. Так, итого, вот этих обелиск. Ага. Обелиск. Мне надо обелиск. Раз. И все, да? Так, это мы все скидываем. Это все, что не надо. Так, растения тоже сюда. Так, обелиски есть. Ну тут, блин, слишком ты дорогая штука для того, чтобы тебя пользоваться. Так. Кстати. Так, обелиск есть. Дальше мне надо взять книгу и увидеть фигу. А, это Тинкс там чего-то. Кустом Тинкс, вот он. Значит, чтобы получить этот кактус, мне надо его скрафтить. Какой-то там кактус, да? Еще не хватает. А, колючие лозы. Колючки лозы. Это берем ножницы. Так, лозы, где вы там у меня? Во. Ай. Вообще-то это, наверное, было бы легче сделать сверху. Три, я думаю, хватит. Йод, гоме, пати, так, метки, гоме. Так, колючки, лозы, колючие лозы. Так, за хренениум кристалл. Как-то он там дальше, что с ним делать надо? Пожарить. Так, пожарили. Дальше этот пожаренный кактус надо порезать. Так, стоп. А почему тут 4, а тут 2? Ну ладно. Так, порезанный кактус нам надо отрезать. Чё, у меня этого нету меча? Палящий меч. На. Значит, палящий меч мы режем на 4. Дальше. А мне вообще что надо, то я уже за кликхвери. Так, это у нас Soul Magic. Open Back Capacitor делаем, да? И рецепт. Так, мне их надо 3 штуки зыхари. Хир-хар-хар, что-то там. Ага, и эти штуки кидать в колдовской
канализатор, катализатор. Канализатор, короче. Захарум. Захарум, инахум, тарахум, барахум. 4. Есть. Ура! Захаром я сделал. Сколько мне там этих семечек надо? 1. Так, дальше. 3 таких. Рецепт 8, 1 и 4. Так, 8. Капаситоры. Нет, это не то. Значит, на английском. Капаситоры. Далее старт. Далее старт. И далее. Не, один мне надо старт. Ну. Долго тебе это время займет там. Тин-тин-тин-тин. Так, Капаситоры. Так, двухслойный, восьмислойный. А основной где? Этот. Основной. Далее. Старт. Готов. Так, дальше. Рецепт. Это Redstone Seed. Seed. Он хочет seed. Seed. Если их вот. Nether Seed. Ага, Redstone Seed. Redstone, вот он. Так, Redstone Seed, я не хочу, они у меня 10-10. Я не хочу терять 10-10. Ай-яй-яй. Так, 2, 3. Я так понимаю, мне больше семечек понадобится. Так, это сюда. И Захариум, иди сюда, сидила. Так. Молодец, молодец. Так. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Ага, мы тебя возвращаем домой. Redstone Сидзе. Так, летим сюда. Так, они там хотят. Redstone Сид. Есть. Основной капаситор сюда. Двухслойный. Допустим, сюда. Этот, ну так, более-менее, чтобы все красиво было. Это сюда. И сахариум. Так, а это наоборот. Этот сюда. Этот сюда. А этот сюда. Три. Так. Рецепт. 12 машинима, 12 херба. Машинима и херба мы это будем выискивать тут. Машинима нету, а херба есть. Машинима, юзач. Нет. Так, юзач. Юзач, машинима. Это там... Всякие. Ой, двери. 4 двери. 1. Редстоун. А, да, редстоун. Редстоун вот в этом 6. Мне не хватает. Юзач. 4. 10. Так, значит, редстоун блок берем. Редстоун блок. Давайте уж 2. Так, это мне не надо, не надо, не надо. Ну, что еще не надо? Ножницы тоже не надо. Так, редстоун блок. Давайте спалим. Хотя, может, тут оно все есть. Блин, опять переодеваться, да? Ах ты ж, ё-моё.
Так, и надо посмотреть Хаумкрафт, где этот мой психоз-анализатор. Вот он. Психоанализатор. Что у меня там творится-то? Ну, как всегда, все плохо. Так, а защита-то есть? Есть. Итер. А тут, может, было где, а? Чувак. Куда там сливаешь? 9. 9 тут, вот, все, хватает. Ну что, запускаем сиды. Задрожало все, забрало все. Вот как оно все прелестно. Так, а, ты отсюда добираешь, да? Ну, молодец. Это взяла, это взяла. Это взяла. И это взяла. Ура, у меня есть семечко, которое садится очень хитро, если что. Капаситор. Есть. Так, а это изучал? Изучал. Так, капаситор сид. Так, не посадить. Ну, я знаю, как оно используется. Итак. Ай, больно же. Так, капаситор сид. Капаситор, капаситор. Вот, так его тоже не посадить. Там, чтобы его садить, надо специальную городить систему, да? Так, это можем сбросить, сбросить. Подождите, это где-то... Где-то же описание. Получить награду. Блок конденсаторов. Так, я это открыл. Ну вот, осталось все работа с Ихором. Так, а его юзыч, блин, а где что-то я видел, что она описывает, как его... А, вот же она показана. То есть, нам надо идти где-то возле бедрока. Какие надо супер... Бланкопосчитер, капаситор бак. Power into... Так, три капаситора надо, каких только не знаю. А что они там сверху прилипли? Капаситор сид. Капаситор, а это что такое? Решетка. Этим энергия нужна. Капаситор муссапли 1000 РФ пер стик. Угу. Так, мне их надо 3 штуки. Это, я так понимаю, минимум. Так, тебя, как всегда, мы кладем сюда. Так, и вот этих вибрирующий блок конденсаторов 25 миллионов. Ну, может, не обязательно, но, наверное, все же лучше было бы блок, так, блок конденсаторов. Конских. Так, вибрирующий блок. Блок конденсаторов. Ну ладно. Закажем 2. Так, ты его можешь сделать? Можешь. Старт. Угу. Значит, следующую серию мне надо будет... Вы не поверите, что сделать. Мне это надо будет Ender Utilities. Так, я вообще посмотрю, могу ли это сделать. Так, портал тысячелетия. Ага. Вот, пойдем в тысячелетие. Там, в принципе, надо вообще будет сделать вот эти вот... Туда вот эти все фермы перенести. Даже вот эту можно кровавую, чтобы она мне тут на... Ну, в общем, все, что связано с мобгриндом, все, что у нас вот, как говорится, показывается. Ну, вот подальше от базы всякую там фермочки. Вот. А, кстати, идем посмотрим, что у нас вот с этой штукой.
Так, это ты уже благополучно все сожрала, да? Съела всю лаву и нафармила нам железное, алмазное, платиновое, кварц, золото, сталь, уголь, алмаз, железо, красное, янтарь, сапфир, соляная, мифрил, красная, ордит, некуда кидать, олово, свинец, медь. Так, это мы скидываем все, что мне не надо. Алмаз, это мифрил. Мифриловая. Для чего ты нужна? Юзыч. Мифриловый слиток. Он нам нужен для создания мифриловой шестеренки. Я вроде смотрел, но я не помню. А мифриловая шестеренка нам нужна. В общем, мифрил нам, насколько я понимаю, данный. Так, этот по нулям, да? Этот работает. Этот закончился. Самый. Я хоть летать могу? Могу. Ладно, тут я уж ферму как-нибудь сам оптимизирую. Тем более я планирую перенести вот это все дело в тот мир. А этим мы, наверное, займемся в следующей серии. Так что, народ, спасибо, что кто меня смотрел. Так, мифрил не нужен, цианид не нужен. Так, еллориум. Елориум. Лориум 106 есть. Так, давайте Елориум ему дадим, пускай еще поработает перед смертью, так сказать. Штука нате, Елориум, радуйся. Все, пошло дело. Вот, это мы перенесем в этот самый мир. Вот. Ну что, возвращаюсь домой. Ома, и будем переносить. Я планирую перенести то. Вот тут вот, что-то за звук какой-то. Кто-то там, наверное, никак сдохнуть не может. Что-то нехорошо. Ой-ой, а что, не разорвало ничего? Ага, не разорвало. Кто вам разрешил по базе носиться? Ёпары. Видно, сдавай быстрее, не тормози, блин. Чего? Фейл от Альвинуса. Так. Не-н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 е, ребята. Так. Все. Все в порядке. О. Проблема аннигилирована, да? Ну вот, тут вам чуть-чуть экшен под конец. Фух. Я думаю, там кого-то убить не могу. О, сколько вас расплодилось, а нужный мне есть? Нету. Ладно, уж страхи будем делать за кадром. Так, теперь точно. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Так, там все нормально. Вроде бы все нормально, кроме того, что у меня. Ай. Кроме того, что у меня. Так они надеются на выход из. Вот.
Ладно, спасибо, пока, до свидания, ставьте лайк, пишите комментарии, увидимся в следующей серии.